Три семиклассницы из волжских школ под номерами 10, 18 и 32 победили в конкурсе рисунков, посвященных фильму «Русский реактор». Автором фильма является лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Итоги конкурса были подведены во время новогодней сказки в столичном байк-центре. Мэр города Волжск организовал показ фильма «Русский реактор» для всех школьников. Все картины мы сохранили, для все рисунки их не останутся у нас. А лучшие будут отобраны и будут находиться на почетном месте в городе Волжском в ДК «Октябрь». Победительницы конкурса бесплатно отправятся в Москву, где станут зрительницами одного из представлений мотоклуба «Ночные волки». Игорь Чмнев при поддержке пресс-службы Волжского, телеканал «Волгоград-1».